Очень интересный вопрос, и самое главное, что он сейчас часто задаваемый. Дело в том, что повторяющиеся цифры на часах говорят о том, что ангелы сейчас находятся рядом, и они слышат вас. Самое важное – это то, что скоро вы получите то решение вопроса, которое вы ищете. И выкладывая повторяющиеся цифры на часах, я лишь хочу вам об этом напомнить. А после моих напоминаний вам, вы просто начинаете чуть больше смотреть на знаки и на то, как все вокруг открыто для вас, и вас слышат. Просто ранее я сама не обращала никакого внимания на такие какие-то мелочные знаки. Для меня это были вообще не знаки. Но после того, когда я поняла, что из мелочей складывается все большое и огромное, вот вы сейчас прекрасно видите, что начала видеть я и замечать. Поэтому лишний раз хочу вам всегда напомнить, что вы не одни. И это круто на самом деле осознавать, что с тобой рядом тебя слышат и тебя поддерживают.